Более 60% случаев острых кишечных инфекций в 2014 году в Запорожье спровоцированы употреблением некачественной домашней продукции. Об этом говорили запорожские эпидемиологи в рамках пресс-конференции о безопасности продуктов питания. Подробности в нашем сюжете. Насколько безопасны продукты питания на прилавках магазинов и на рынках, однозначного ответа специалисты не дают. Все данные за 2014 год. Ведь в этом году введен мораторий на проверки всех предприятий, в том числе и пищевой промышленности. Инспекция рынка сейчас не проверяет совершенно. Мораторий наложен. Мы не проверяем никого, не имеем права ни на рынке, ни на предприятие прийти. Можем прийти, если предприятие хочет работать. Но экспортеры у нас, они сами заинтересованы в том, чтобы мы их проверяли. Только на рынках города, где есть специальные лаборатории, которые проводят исследования продуктов перед их реализацией, в прошлом году изъяли более 9 тысяч килограммов опасной продукции. С начала этого года, к примеру, на крытом рынке выявили некачественную баранину, зараженную бычьим цепнем. В 2014 году зарегистрировано более 9 тысяч случаев острых кишечных инфекций. В большинстве случаев, это 28%, приходится на употребление продуктов мясных и молочных. 23% связано с употреблением продуктов рыбных. И остальные проценты уже на том ассортименте, который есть на нашем столе. Как ни парадоксально, но в 60% случаев острых кишечных инфекций в 2014 году причиной послужила пища домашнего приготовления. В связи с этим эпидемиологи еще раз напоминают запорожским хозяйкам правила обработки и хранения продуктов. Начиная с мытья рук, тщательного мытья рук, это с тщательной обработки продуктов, которые используются в приготовлении в домашних условиях, не забывать ошпаривание, кипячение, соблюдение технологии приготовления этих блюд. Кроме личной гигиены, эксперты рекомендуют внимательно оценивать товар, смотреть сроки годности и не отовариваться на стихийных рынках.